Всем привет, ребята. Ну что, как и просили, прокачал вам Ронина на урон собранного. Поставил ему, конечно же, не плюс 25, а поставил ему доспех для следующего теста. Но доспех будет по-своему хорош. Он будет наносить дополнительный урон по героям, которые находятся вокруг. Так, где там наш Ронька? Вот такая вот сборочка. Ага, не ставил я грубую силу, специально поставил, чтобы он не сливался в отражалку, потому что он будет просто улетать. Ставим сюда еще панчбокса. Где там наш панчик? Так, отлично. Вот так вот. Доспех. Тут он собран на уклонение. Потестил я его на битве гильдии и скажу, мне эта сборочка понравилась. Прокачка его, конечно же, тащит, ну и круто тащит, но это, в принципе, Ронин. И в Африке Ронин, он для битвы гильдии, в любой, даже обычной там не прокачанный, против зданий хватает его с головой. Так, ну поехали. Давайте где-то в рейд забежим. Посмотрим, надо магию, кстати, взять. Ну, 145к получается. Ну, сливают, как видите, без ожога, он вообще бестолковый. Так, ПБшка. А ну, без стрелок. Давайте, кстати, через... Давайте через Анубиса забежим. Интересно посмотреть. Жесть, конечно. Это просто, ребят, это просто жесть. Че он чудит? Посмотрите, какой там урон. Unreal просто. Ну, конечно, он будет сливаться в такой сборке, но это просто жесть. Он, по сути, сейчас на ЗБшке будет пачку просто шатать и шатать. Так, окей, поехали еще. Давайте в райдик и пойдем дальше. Хочу на подземках посмотреть. Ну, как обычно, у нас, как всегда, стандартный тест. Смотрите, что он с панчбоксом делает. Вот так вот заблочили и все. И минус нули. Не знаю, такая сборка, конечно, интересная. Просили на урон. Вот вам урон. То есть видите, что он бестолковый с уроном. Да, он будет там в PvP. Сейчас мы ему ремочку поставим. Там будет их просто шатать. Ну, опять же. О! Кстати, вот смотрите, как отличненько. Сколько лям? Офигеть. На повторе потом просто посмотрите, напишите в комментах. Но ну, это реально было жестко. Я не знаю, но... Unreal какой-то просто. Ну, панчбокс просто тупо рубит. Да уж. Ну, кстати, смотрим против ледяхи. Смотрите, то чувство, когда ледяха нифига не может. Все, до свидос, ледяной. Ну, тут Фрея просто стычки. Ну, вот так вот. Лазулю просто унизил. Так, окей, поехали дальше. Подземка. Ну, тут его тоже, опять же, будут сейчас шатать. Но нам самое интересное, что? Самое интересное посмотреть. Вы это видели, да? Это просто Unreal. Посмотрите на этот урон. Ребят, это просто что-то нереальное вообще. Просто. Нафиг вынес весь центр. Да, вот это круто. Так, хорошо. Ну, на подземках, в принципе, ну... Ну, он тут показать. Ну, давайте попробуем магию возьму. Вот ради интереса сейчас закинем. Его на седьмую кошмарку. Смотрим, что он тут сможет сделать. Ему, конечно, нужен отхил, но мы без отхила просто чисто урон тестим, потому что это такая сборка, в которой...
Да, ну на. Конечно, его тут шатает, а Атлант включился. Его там ушатали так, ну. Вы сами, в принципе, все видели, это что-то нереальное просто. Он, конечно, был под бафами, но я не помню, когда я помню, когда до прорыва я бегал здесь, магия мои герои так не сносили. Это просто дичь полная, ребят. Офигеть, посмотрите. Да там панчбокс просто их нафиг шатает. Нет. 800к жизни. Вот так вот. Так, поехали дальше. Поехали на арену. Вот это, думаю, будет интересно. Но правда, у меня тут противники не ахти. Но это интересно. Такс. Он все-таки один. Фига себе, он там долбит. Как думаете, кто он или они? Что вы на это скажете, ребят? Как по мне, это реально эпичненько. Тут, конечно, противники не очень, но дамажит панчбокс просто нереально. Нереально. Посмотрите на урон панчбокса. Офигеть. Не страшны нам ассорики. А, ну тут понятно, тут вообще нам ничего не страшно. Это жесть. Это он ушел в инвиз просто. Вы не выкупили. Ну, конечно, его будут считать. С ППшкой 9. По нему будут только так попадать. Но посмотрите, он оставил только одну фраю. Все, остальных он просто унес. Офигеть. Так, поехали в ЗБшку. Вот тут, я думаю, будет очень интересно для многих посмотреть, что же он все-таки может. У нас сейчас будет сборка, я сейчас уберу. Мы сейчас на любой отражалке, сейчас посмотрим, как она будет, будем сливаться. Такс, ставим ремочку, чтобы он сразу же был заряженный. Так, отлично. По идее, тут любая отражалка его просто минусует. Вот как сейчас, наверное, будет. Да, Хрон, смотрите внимательно. Оп, и все. И он пропал. Хорошо. Это первый тест. Я сразу же выхожу и обратно ставим проклятый доспех. Лучше, конечно, был бы проклятый еремку вооруженный. Ну, ладно. Поехали. Тест номер два. Как вам, ребят? Ну, понятно, Фрая утащила. Посмотрите, что он сделал. Просто изи, как по мне. Реально очень-очень круто заходит этот палантик. Именно против отражалочек. Это оно, именно оно. Смотрите, как кайфово заходят на смотрители. Палантики смотрителя. Просто изи катают. Ну, как по мне, приличный он, конечно. Но, опять же, лучше поставить в таком случае ремку и этот талантик. Либо этот талантик ремку. То есть такой вариант будет лучше, чем то, что у меня сейчас есть. Но, опять же,
Можно собрать с бастионом, там вариантов очень много. Он быстро заряжается, поэтому думаю, проблем с этим не будет. Окей, поехали, попробуем еще посливаемся. Не хочу я с лазулями воевать. Хотя, в принципе, можно, он уходит в инвиз. Единственное то, что Фрая. Видите, пока он добегает, получается. У кого-то одного слил. А пока он добегает, надо ближе его ставить. Панчбокс перестает уже бить. И в этом вот, скажем так, вся печаль. Ну а так, конечно, блин, там такой урон, ну нереально его вытащить. Единственное, что у него при таком нету дефа. Называется ближе, сказал, поставите. Unreal, ребят, посмотрите, что он делает. Он просто чудит. Надо его поближе ставить с панчбоксом. То есть нету смысла ставить на дальнюю клетку, потому что пока добирает, то все-таки панчбокс улетает, скажем так. Еще разок. Это просто, ребят, это просто унижение, я бы так сказал. Минус сразу же, блин, минус, он почти Ефрею там уже добил. Это жесть. Это нереально просто. Вот его в первую клеточку ставим и все. Так, есть попытка, есть, отлично. Сам Лямов. Смотрите, что сейчас будет, ребят. Закройте глаза. И представьте, что он просто пропал. Вот так вот. Ну, он нереально. Нереально просто много урона. Ему, не знаю, ему в любом случае надо ставить проклятый доспех талантами, ремку рунами именно сюда, если вы хотите, чтобы он в PvP тащил. Это отличнейший вариант будет для Ронина, честно говоря. Даже мне кажется лучше, чем все остальное на урон, потому что у него будет самое основное, это деф от отражалки, потому что он очень его боится. Ну не знаю, как по мне, то вполне достойный герой. Такс, давайте поехали на экспедицию, именно в такой сборке сразу же бежим. Посмотрим дальше. Ну, тут сейчас просто будет разносить все нафиг, посмотрите. Нереально это. Мне кажется, единственное, кто его еще может ушатать, так это Фрая. Фрая, Огник, там такие топовые герои. Обычный герой, он просто к нему в такой сборке не подойдет. Блин, это, конечно, очень круто. Так, Атлант. Хочу найти, где герой будет рядом кучно стоять. Просто тупо его запулить. Ну, сейчас, если молча, конечно, не кинут. Вот так вот, ребят. Я не знаю, что вам на это сказать. Ну, просто, просто жесть. Да ему пофиг все. Просто насрать. Что были герои, что не было их, ну просто жесть.
Нереально. Ай, блин. Ладно. Вот, отлично. Let's go. Да, ребятушки, что я могу на это сказать? Так, ну тут он сейчас, наверное, охрон включится, и все. Он скажет сам себе до свидания. Да, так оно и есть. Ну, что могу сказать? Обалденно, надо все-таки будет его затестить с проклятым доспехом. Пишите, если хотите это увидеть. Думаю, плюс ремка он будет реально тащить по локациях. А так, в принципе, усиление неплохое для Ронина. На битве гильдии я уже показывал, он просто нереально крут. А да, и так теперь он по локациях не такой просто убиваемый, легко убиваемый. И можно его нормально еще доделать, и реально будет герой выносить просто пачки. Единственное, там с ограничениями Фрея, Огника, они еще, возможно, будут либо ледяка, если включится жить, остальные все нафиг улетят. Все, пишите комменты.